обсуждать постоянно находится поле зрения. Наша экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться зачастую вне зависимости от внешних обстоятельств. Это было и в ковид, потому что мы в 2020 году меньше упали, чем многие другие страны, и быстрее восстановились. Встречаемся в таком формате. Хотелось бы от вас услышать более... У нас существенно ниже инфляция из развитых стран. В Германии 7,4. Если позволите, отдельно бы доложил о поддержке бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях. Было ваше... Новгородская, Брянская, Курская. Было ваше поручение, да? Было ваше поручение этим заняться. Ну, в Белгороде мы были, тоже посмотрели. Такое, знаете, ощущение от предпринимателей хорошее. Ну, то есть, как бы, у них основная мысль. То есть, мы начали восстанавливать наш бизнес. Да, вы нам поможете или нет? Да там сильные люди работают. Там сильные люди, очень сильные такие прям вот. И там одно предприятие, химическое производство, в Щебекино уже на границе, там как раз уничтожено было. Вот. И люди, не дожидаясь, начали восстанавливать. Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им. Все, правительство, решение все принято, 1 000 000 000 рублей выделено. Определили по состоянию на 1 марта. Понятно, там ситуация, ну, как бы, имеет развитие, будем...